зовут Олег, мне 13 лет, сам я из Москвы. Давайте начнем снизу вверх. Это Balenciaga Triple S, стоят они 60 тысяч рублей. Потом дальше идут носки Gucci 7 тысяч, штаны Stampa 12 тысяч рублей. Дальше идет Palmangelas, стоила она, по-моему, в районе 22 тысяч рублей. Этот бренд я не знаю, покупал KM20 за 12 тысяч рублей. Дальше идет накидка Y3, 80 тысяч рублей. Развернись, покажи. Потом идут очки Gucci, 45 тысяч рублей. Потом часики тоже Gucci, 105. Колечко Baby King, 51 тысячу. Цепочка Thomas Sabor, 44 тысячи рублей. И цепочка CO Blinks, 20 тысяч. Все. Ну и грузы еще за 35 вроде бы. Откуда ты берешь деньги на всю эту одежду? Ну, глупый вопрос родителя. Ну, типа, и немного сам можно намутить. Но, опять же, то есть, не знаю, какого-то обмануть немного, скажем так. Продать нам кроссовки за 80 тысяч, когда даже цена на реселе стоит 60-50, вот так вот можно сделать. Сколько тебе нужно денег в месяц на то, чтобы существовать и покупать такую одежду? Ну, будет 100 тысяч, все за месяц просажу. Будет 1 000 000, все за месяц просажу. Сколько максимум за раз ты тратил на одежду? На одежду? Ой, тысяч, наверное, 250. Вот прям в магазин Gucci пришел, купил себе костюм, кольцо Gucci и футболку Gucci купил. Вопрос. Чем занимаются таким, если не секрет, твои родители, что это у тебя секрет. Столько денег? Это секрет. Не политика. Слушай, а как же, если мама нигде не работает, на что же вы живете? Ну, тут пока на детские, как бы зимой помаленьку перебиваемся, а так ходим в ягоды. Носим ягоды, сдаем. Ну, это лето. Ну, да. Зимой так перебиваемся. Запасы, что-то делаем с летом. Наших ребяток кормит Красный Крест. В течение уже вот нескольких лет. Вот эта сельская школа деревенская, она и одновременно и воспитывает, и ребята кушают там. И кто-то ест в школьной столовой такой, что он дома никогда не поест. Это не страшно? Правнуки партизан, которые помогли блокадному Ленинграду, последние отдали, мы тогда 400 подвод, оттуда с этих деревень, Нивки, откуда сейчас дети учатся в этой Чернецовской школе. Собрали 400 подвод и через линию фронта отправили в блокадный Ленинград. Раньше она здесь работала в колхозе, а теперь вообще работы нету. Ну в колхозе она кем работала? Ну, она работала дояркой. А сколько лет она уже без работы? Ну, она уже давно, когда колхозы сократили. Давно уже. А на какую сумму денег вы живете в месяц? 450 рублей. Рублей в месяц? Да. А что на эти деньги можно купить? Ничего. Еще несмотря за то, что надо заплатить за свет. Таня, как ты считаешь, у тебя счастливое детство? Нет, конечно.